Сегодня 26 января, Всемирный день без интернета. А сколько вы часов в сутки проводите в интернете? Ну, просто интересно, или вовсе там живете? Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Минчанин захотел попасть на секс-вечеринку и заплатил 150 рублей, но что-то пошло не так. Ссылкой на якобы минский клуб «Кинки Пати» поделился с минчанином его друг. Там говорилось, что на вечеринке можно будет заняться всякими пикантными вещами, разумеется, в рамках законодательства. Парня заинтересовало это горячее предложение, и он зарегистрировался в группе. Позже с ним связался менеджер этого ивента и попросил перевести 150 рублей на карту российского банка. После того, как деньги поступили на счет, парня удалили из группы, а переписку стерли. Ну а что там по ИПшникам? В прошлом году в Беларуси зарегистрировали 29 070 ИПшников, а прекратили свою деятельность 27 094 предпринимателя. Чаще всего уходили из торговли или ремонта авто. В остальных сферах деятельности число зарегистрированных превышало число ликвидированных. Ну а наибольший плюс наблюдается в транспорте и логистике. Ну а Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19. Только за прошлую неделю в мире выявили 21 миллион и 300 тысяч новых случаев заболевания коронавируса. Это новый максимум за все время пандемии. В Европе заболеваемость выросла на 13%, а вот в Африке, наоборот, сократилась на 31%.